Приветствую, мои дорогие возлюбленные гости, братья и сестры. Хотел бы остаться неравнодушным к, в кавычках, приближающему празднику Хэллоуину и заранее все-таки сказать пару слов по нему. Это вовсе не праздник. Это вообще чуждое доброй души русского человека. Я никогда не считал, что какие-то праздники, связанные с всякой нечистью, а это неотъемлемо. Хэллоуин – это праздник поклонения дьяволу и нечистой силе, который неотъемлемо, во-первых, на нем коммерция делается, но это бог с ним. Тут очень важно, что это касается душ наших детей. Мы хотим их воспитать добрыми, уважительными, но в то же самое время делаем огромный шаг назад, большую ложку дегтя в эту бочку души, любви сами же и кладем. Вообще нужно сказать, что в ходе празднования Хэллоуина происходит демонизация сознания детей, детские страхи, неврозы, психические нарушения, немотивированная агрессия. Вспомните, как они транслируют, что мы злые, со всеми эти шрамами, уродством всем. Ведь они изнутри все это пытаются выдать. Это даже недалеко, вовсе не игра порою, потому что они отрываются, так называть. Но может быть для них остаться этой нормой, после чего ночные кошмары появляются, после чего всякие голоса, неврозы, а даже порою всякие паранойи, вплоть до суицида. А посмотрите, в нашей стране молодежный детский суицид все больше и больше растет. Зачем нам такие праздники, через которые мы повреждаем образ Божий, образ Божий в чистоте, в нравственности, в любви? Возникает вопрос, где наше православие? Ведь православный человек никогда это не сделает. А если, не дай Боже, сделает, он в этом будет каяться. В этом человекоугодии или сам будет на себя одевать всякие уродливые маски, показывая на вот свою креативность. Но это не креативность, это заигрывание со смертью. А этого не стоит делать. Кого зовем, тот и приходит. Берегите себя и своих детей. Аминь.